Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и мы продолжаем проходить великолепнейшую игру South Park Fractured But Whole. И нам нужно найти своих родителей, да, их забрал Митч Коннор, а мы забрали у него кепку. Митч Коннор дали пиздюлей, но не отрубили Картману руку, поэтому карту нас забрали пытать, чтобы пытать его руку. Митч Коннор, чтобы узнать, где мои родители, твою мать, он их где-то держит связанными. Сам Карман клянется, что не несет никакой ответственности за свою руку левую. Да что с вами такое, ребят, я вам не враг. Ты сейчас нам все расскажешь. Новичок должен заставить Картмана говорить. Что вы собираетесь с этим делать? Я же не разговариваю. Вы просто теряете время, парни. Я великий енот. Пытки мне ни по чем, забыли? Так, ну что, просто должен смотреть, как ты ешь? Меня это не пугает. Как я это ем, братан? Давай-ка я буду есть буррито. Эй, у меня есть идея. Чтобы не поискать родителей новичка. А, я буду пердеть. Хи-хи. О, господи. Фу. Как вот, как с гуся вода. А мы вот это, а вот эту хрень с нами едим. Господи, каракатица, мне больше нравится лосось. Ой, фу. Ой, господи, это совсем не больно, ни капельки. Я могу глотать пердёж, как конфеты. Видите, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это потеря времени, надо догнать плохого парня. Ой, нифига, это пердёж меня только спешит. Ух. Так, давай еще разок. Блин, не думаю, что это сюда, на этом все, ну, когда мы будем дотянуться до этой херни. Так, последнее, так. О-о-о! Съесть что-то с блевотой Картмана, господи, кошмар какой, господи, какой кошмар, это же ужас вообще. Так, на самом деле, с моей блевотой спаржа будет вкуснее. А ой, чувак, какая же мерзость, а? Видите, мне просто забейте, они не... Они не... Витя, лучше просто... А, господи, господи, погодите, парни, парни, господи, короче, коты! Какие коты? Вспомнил, Коннор, думаю, придешь на свежую мою память. Он говорил что-то о котах, там, что-то хотел сделать котов сильнее. Он хочет генетически модифицировать котов. Лаборатория генетики, доктор Мефес. Да, точно, парни. Да, ну я, конечно, мразь, еще там. А чё все стоят? Берите штаб свободы, да? Попадите в лабораторию генетики доктора Мефеста. Сейчас пойдем, да. Хорошо. Давайте кое-что продам лишнее. Реально, мне же лишнее. Некрономикон, может, не буду? Пока не буду, да. Но это я продам, педосаблю. Да, продам нафиг, конечно. Так, 375 баксов. Ну, до 5000 мне еще долго. Ну, пойдем, все, пойдем тогда. Ладно, что делать. Идем. Идем, идем, идем. Идем, 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 идем. Лаборатория Мефест. Несложно. Я уже там был, рядышком там. Правда, конечно, надо туда пилить. Так, братан Джимми, тащи-ка меня пока вот поближе к вот к лаборатории, а именно вот сюда давай. Хорошо, новичок, давай. Молодец. Пройдем пешочком, там все будет нормально. Спасибо. Увидимся, увидимся, дорогой. Увидимся, пока. Лаборатория, а? Вот там будет квест, вот там будет серьезное испытание прям для моих нервов. Так, там, возможно, я встречу, кстати, последнего кота. Сами знаете кого. Последнего кота большого Г. Большого Элла Гмасека. Да. А вот и мы все здесь, да? Окей, новичок. Давай, давай, новичок.
Очень могу помочь. Здрасте, мы тут на экскурсию записались, знаете? Ах, да, на экскурсию, не так ли? Да, только что мы пришли чуть пораньше. К сожалению, но из соображений безопасности экскурсии проводятся лишь 10 вечера до полуночи. Блин, в смысле, страшнее. Вы не пожалеете? Да, подождите, подождите. Вот, зараза, что мы будем делать? Придется подождать. Нельзя, чтобы кто-нибудь еще зашел или вышел эти ворота. Согласен, просто дождаться в сумерек. Ну ладно, долго еще? Ну, где-то 6 часов. Блин, ладно. Ждем 6 часов. Сколько осталось? Еще 6. Okay, cool. Отлично. Я думаю, еще 6 часов будем клево, да? Еще 6 ждать. Да, заткнись, Скотт. Did anybody bring any, snacks? У кого-нибудь есть еда? Yeah, we should have bought snacks. Да, нужно было бы что-нибудь перекусить. Хорошо бы. Oh, God, okay, how long now? Господи, сколько осталось? Right around 6 hours. Еще где-то 6 часов. Fuck. Господи. You know, kid, you still знаешь, пацан, ты еще не раскрыл доставляющее время. Потенциал задницы. Something that could enhance your ability. Может, развить способность, чтобы время двигалось быстрее и быстрее. Я понял. Видишь вентилятор вон там? Вон там, прямо с тобой у входа. Слева от тебя, его нельзя заметить. Если ты пернешь вентилятор, газы пройдут через расширение по клапану, то падают в охлаждающий змеевик и смешиваются со сжатым холодильным агентом. Не спрашивай, какой там смысл, просто перный вентилятор. Давай, сейчас я его включу. Ну, как-то так. Хи-хи. Просто пернуть вентилятор, понимаешь? Так, ты все собрал. Сколько еще ждать? Ну, где-то часов 6 еще. Давай. Ух ты, поменяй время день или ночь. Вот это да. Время день или ночь. Вот теперь ночь. Господи, блядь. Что это было такое? Вот тут воняет такой-то тухлятиной. Походу, дело к ночи идет. Всем перегруппироваться. Здрасте, мы пришли на экскурсию. А, да, проходите, конечно. Да, давайте. Искривляющее время. А, блин, у меня есть день-ночь. Ёма, класс. Ну, во время миссии нельзя его использовать. Время день-ночь. О! Надо собрать сундук. Сундук, в смысле. Не сундук, в смысле. Да, блядь. Максимальный антидот, рецепт шара без божественного озарения. Тут, ё-моё, надо его сделать, конечно. А вдруг это какой-то супер-пупер артефакт? Шар божественного озарения. Обычный артефакт и соточка. Гениально. Есть тут обычный артефакт соточка. Давай. 800 у меня сила. Ничего, не хочешь? Не хочешь, блин? 800 сила магическая там. Все будут ложиться. Давай, блядь, в генетику заходи. Я хочу еще там кое-что найти. Да, блин, сугуб. Подожди, секундочку. А мы ждем. Я в курсе. Я в курсе. Хочу поискать. Вон там что-то еще есть. Да, я вижу. Быстрее, чувак, у нас нет времени здесь все время. Нет времени всю ночь здесь торчать. Рюкзачок. Ля-ля-ля-ля. Я все быстро. Можем пойдем сами, а. Чего ждать? Слушай, братан, идите взад. Я изучаю. Все, ну все, вроде ничего нет. Профессор Харс там замерзнет. О, молодые люди, интересуются генной инженерией, да? Отлично, заходите, пожалуйста, да, проходите. О, привет, наш балкон прибыл. Здравствуйте, ну, как вас много. Тимми! Ну что ж, я очень рад, что вы интересуетесь генной инженерией. Генетика возникла из-за простого вопроса. Может ли обезьяна иметь 4 задницы, а не 1? Ответ – да, можно. Теперь можем добавлять задницы свиньям, лошадям и так далее. Все ограничивается лишь одной фантазией. Да, мой юный друг?
Что это дает? О, ты из циников. Встретимся вон там, я открою тебе экскурсию и покажу, что это тебе даст. Ну, давайте, смелее, проходите. Вы же не хотите пропустить кормежку горилл с четырьмя зайцами? Я не уверен. Вы заполнили форму отказа от ответственности, да? Наши клетки сделаны из самого прочного, из тех хрупких стекол, которые только можно. Знаете, расслабься. Это жопа у пингвина, да? Ну, естественно, что же еще? Есть что-нибудь, что можно было бы там разбить? Еще лошадь с четырьмя задницами. Просто это гениально вообще. Гениально. А летучая мышь с четырьмя задницами. Просто. Это, не знаю, что такое. Там пингвин с четырьмя задницами. Здесь что? Здесь какой-то хобот с задницами. Здесь скелет с задницами, да? Well, even the chromosomes have tiny extra asses. Даже у хромосом есть из задниц. Удивительно. О! Задницы? Нейрональный передатчик. Понятно, понятно. Хи-хи-хи. Ну пойдемте, да, все, я понял, все, я понял. Пожалуйста, садитесь. Когда ты играл в такую игру в видео... А кто-нибудь играл в Half-Life? А вот здесь наша оранжерея. Генная инженерия помогает нам выращивать гигантские помидоры, луки, огурцы, большие задницы, фруктов, овощей, чем больше. Пять задниц у овощей. Чего там хорошего? О, вы все одинаковые, библейские приквости. Все время творите, не поражай Богу, а ты жалеешь, ха-ха. Ты задница, господи, помешан на задницах. Генинженерия также помогает вводить новые формы животных. Здесь хотя бы горилла, рыба, кролику и так далее, и так далее, и так далее. Мы делаем их многожопами, и это очень много способствует науке. Вы можете объяснить, как именно способствует науке наличие многожоп? Как тебя зовут? Суперкрэг. Видишь ли, Суперкрэг? Когда мы проводим то же самое над животными, мы можем делать то же самое для людьми. Очевидно, что многожопость — это фантастика. Я считаю, что это реальность. Видите ли, генная инженерия не просто помогает создавать новые виды животных и растений, но... Вот мой мутируемый мертвый сын. Большинство людей не помнят, кто здесь был сын имени Терренс. О, господи, я помню этого пацана. Я и думал, что это не случилось. Терренс был трагически убит в поле, когда здесь играли с Лидией и Барбарой Стрэнд. О, господи. Все это было ради того, чтобы вернуть жизни сына? Вернуть жизни? А, конечно, нет. Я хочу, чтобы его труп был многожопым. Чтобы он наконец-то успокоился с миром. Теперь давайте пройдем четвертый этаж. Блять, какой кошмар, блять. Вот, блин. Вот мы и пришли. Последний этаж. Здесь экскурсия подходит к концу. Что это значит? Безобразные чудовищные ошибки науки. Наш новый покровитель попросил генетически модифицировать парочку шестипластиков, сделать их сильнее и безумнее. А, окей. А зачем вам это делать? Что именно? Какого хуя вам понадобилось модифицировать шестиклассников? Блять, успокойся, Суперкрэг. Откуда, по-вашему, у нас деньги на все это? Это же финансовые доноры. Наш новый покровитель попросил создать армию мутантов, чтобы он мог защитить своих генетически мутированных уродов. Каких котов? Котов? Каких котов? Вот этих котов. Состоятельный покровитель по имени мистер Коннор пожертвовал деньги, чтобы сделать парочек котов многожопыми. Наша компания может добавить задницы кому угодно. Проблема в том, что когда добавляешь котам задницы, они становятся реально агрессивными. Это смертельно опасно, твари. Блять, так зачем? Вы приводите сюда детей тогда? Слушайте, тут не о чем беспокоиться. Здание установлено прекрасной системой безопасности. Естественно. Раньше этого не происходило. О, господи, блин, кто-то отключил систему безопасности. Что значит отключил? Что вы имеете в виду? Привет, борцы за свободу. Что ты делаешь, толстый азадый? Значит, борцы за свободу, вы разгадали мой план. Вы можете меня остановить? А, кое-что хочешь привезти новичку. Давай, говори. Господи, парни, это я, енот. Может, уже хватит? Послушайте, не вздумайте связываться с этим куском дерьма, оно животное. Какая чай базарит, енот. Он стоит много хлопот, новичок. Блять, ты где? Мистер Коннор, если вы отключили систему безопасности, все в здании умрут. Чего? Прости, док, но иногда нужно жертвовать чем-то ради города. Пока, борцы за свободу. Пипец. Ой-ой-ой, безумные коты. Многожопые коты.
Ай, многожопые коты. Мэни Эссис Кэтс. Это жесть. Так, многожопые коты. А я не помню, где сохранился. Ну, значит, ну это, конечно, кошмар. Ну, поехали, чё. Я думаю, тот же состав. И я. Вау. Ужин подан. Только я в жопе нахожусь. Так же, как и эти коты. На, нет. Нет. Я нахожусь там, где надо. Ну что ж, братан. Давай. Откатись-ка, сиська. Отлично, сейчас это все рванет. Рвануло. И кто-то должен сдохнуть. Так, а стоп. Вот так вот. Двойничок, иди в жопу, да. Многожопый коты. Вернись и умри, да, отлично. У меня еще есть. Ой, кто? Ха-ха-ха. Правда, еще будет, наверное, дофига. А-а-а! Отличненько. Держись. Главное, ты не умирай. А-а-а, блядь! Все, сдох. Слушай, обратите внимание, что у них расширенные зрачки. Они накурили немножко. Увеличить силу деления этим четырехжопым котам не где там страх. Я уже понятно. Ну вот, опять готово. Ай, давай, клон, держись. Клон держится, все нормально. Еще два хода будет. Так, ну, что я могу сказать? Чувак. А ничего не скажу. Берусь-ка. Кого там убьешь-то, блин? Понимаешь, что, да, к этой вот этой вот бочке уничтожишь? Ой, блин, прости, братан. Твою мать. Опа, защиту дал всем. Все страшного, конечно. Вот жалко, нельзя. Вот это сейчас будет смешно. Так, 680 у кого будет больше всех. Вот тебе и позвоним. Позвонить коту. А, странно. Я думал, что он достанет там какой-нибудь. Телефон был бы смешно. Мяу-мяу-мяу. Четырехжопый кот, это проблема. А, это что такое? Сика-сика? А, шерсик, кусок шерсик, господи. Ну, кого ты бьешь? Они бьют только клоны, ничего страшного, это хорошо. Что ж, мое время настало, да. А, пропиши-ка. Вот, да. Давай, братан, пощады не будет. Молодец, красавчик просто. Уработал двоих котов. Двоих уработал, кстати. Блять, ему плохо, его блюет. Его надо лечить. О, обратите внимание, что у них расширенные зрачки. Ты тоже говорил, что котам явно что-то не нравится. Господи, ты уже говорил это, братан. Че, опять что ли появился? Последний, я надеюсь, нет? Два, три. Их много. Их, сука, много. И надо спасать Кенни. И, пожалуй, я потом выберу суперспособность. Апа, на лечение и все такое. Либо Кенни в следующий... Блять, мощнейшая способность. Кричи, давай, кричи. Будет возможность там добить кого-нибудь. Давай, суперспособность. Хотя бы ты что ли. Да, добей их нафиг. Вызывай вертолеты, добей все. Мой клон. Хорошая способность, клон. Т. Время, конечно, да, суперская тема. Блин, что-то так... Что-то так я, как говорится, заигрался, завелся, что прям хочется первую часть Souls Park перепройти. Как палка истины, что же вы великолепны. Все, я хотел сказать гений, но нет, я не гений. Просто все очень грамотно сделано. Шрама от когтей, банка одноклеточных с задницами. Очень полезная. И 8 долларов. У котов мы нашли. В жопах. Бедные мои создания. Должны сбежать из лаборатории. Может быть, у нас получится пройти через экспонаты покрупнее. Вот сюда вот. Братан, ты что ты говоришь? Они же все вот как бы вот... Господи, тут же все разбито. По сути, а там... А можем мы вернемся обратно сюда? Тут же что-то лежало. О, максимальный антидот, например. Есть что-нибудь? О, ящичек я еще вижу, да. О, там какой-то временной континуум, да? Нет? Мне не показалось. Я думал, что это есть. Нет? Вот, ворник один не открыт.
Или так и должно быть? Ну ладненько. А вон сумочка лежит. Не то, все это не то. Не то, не то. Ну все, пойдемте. Господи, скорее всего одна из этих. Что? Скорее всего одна из этих. Что? Господи, мутанты шестого класса на свободе. Это не должно было произойти. Школа, это так глупо. Родители тупые. Взрослые кретины. Господи. Все в порядке. В инвестиционной кабинке с ними не учиться. Блять, она не работает. Кто-то добрался до центрального процессора и переключился на ручное управление. А где центральный процессор? Внизу на третьем этаже. Блин, какой я дурак. Зачем я этого засунул? Короче, надо спуститься на третий этаж и переключить управление. Чёрни я. Спасибо, новичок. Но все равно пришлось бы. А если ты не разберешься, то это твоя вина. Только я знал, что так и будет. Блин, не нужна новая куча задниц. Мне нужна всего одна. Валим отсюда, нахуй. Как думаете, если мы назвали нашу банду «Юнотой партии за свободу», ничего так не, этого не случится? Возможно. Венди. Да, понятно. Так, и стэн рядом со своей тёлкой. Пардон. Так, я дал тебе себя погладить. Мяу, котики и таграмма. Господи! Ё-моё. Мы ждём, чувак. Представь, что ты верблюд, и тебе надо идти. От чего, блядь, хаос? Папа уже разозлился и застрял в этой лаборатории с жуткими мутантами на всю ночь. Папе мы дадим пиздюлей, ты помнишь? Прости, я не могу вызволить нас отсюда. Жалко, кстати. Так, инсулин. Какой же Мич Коннор коварный суперзлодей. Ты еще не нашел способ отсюда выбраться, новичок? Мне что-то страшновато. Блин, держись, москит. Ты супер, Клайд, ты супер. Бойся, москит. Новичок найдет выход, да. Да. Надо было назвать борцы и енот за свободу, да. Да, енот и борцы за свободу, конечно, ничего бы не случилось, я думаю, да. Не думай ни на чем. Замечательно. Так, ладненько, ну что ж, у меня вообще-то апплей вылетел, но сейчас мы вернулись, все в порядке. Что, осталось только это, да? Идем. Крах, школа, это тупо. Господи, шестиклассник, ёперный театр. Кошмар какой-то. Господи, обезьяна какая-то безумная. Ё-моё, тут есть. Жопа. Везде жопы плавают, жопа. Какая-то хрень зеленая. Так. Можем туда попасть. Вот сюда, вот да. Эть? Блять, ничего. Так, там какая-то штука тоже лежит. Эть. Рецепт ослепительного дервиша. Ослепительный дервиш. Это какой-то артефакт, наверное. Можно улучшить. Здесь ничего, господи. Начинается эти. Хе-хе-хе-хе. Типа как в ужастиках. Разобранная лаборатория, там бегают какие-то безумцы. Так, чтобы туда пройти, я так просто не пройду уже, да? Ступить на кнопку надо, что ли, не понимаю. Для начала надо сделать артефакт, правильно? Ослепительный дервиш. Бонус к исцелению товарищей, кстати, между прочим. У меня 800, край вообще. Ну, не знаю. Мощная исцеленница. 17-27. Ну, неплохо. Восстановили здоровье. Да, пожалуй, неплохой. Да, согласен. Если лечить товарищи. Костюм какой-то. Особый грим у нас новый. О, можно его, да? Нет, мне этот нравится. Да. Так, ну, понятно, да.
Временная пауза. Пойдем. Давай, Нига. Давай, Д'Артаньян. А что надо делать-то? Не понимаю. Так, труба. Из трубы капает. Ё-моё, все, вижу. Ясно. Нужен продуватель труб, да? Наверное, я думаю. Попробуем. Есть соответствие. Так и думал, да. Давай, как лаву. Братан, приди на пол. Инструменты все по плечу. Ать! Давай, выдувай это дерьмо. Ах, господи. Ах! Испарили, у нас получилось. Забыл сказать, что моя задница... За этим входом есть лестница, чтобы открыть дверь, нужно включить электропитание. Господи, лестница для этого нужна, чтобы... Для того, чтобы нужно не пользоваться электропитанием. Запусти генератор, мы сможем открыть дверь. Лестница для этого и нужна, чтобы не включать электропитание. Так. Через время можно пройти вот туда вот. А зачем туда проходить через время? Вот. Нам нужен вот этот мужчина. Есть соответствие. Давай-ка мы сейчас. Анальное безумие. Включим. И включим его. Давай. Попался, крохотуля. Ать. Да, давай, полезай. Выстреливай. Жесть просто какой-то. Все. Ну что ж. Опа. Не то. Извините. Ты зачем? Ты же можешь забраться вот тут. Бери. Ага, все, я понял. Инсулиновый мэн. Понятно, мешает эта штука. Давай. Давай, капитан Инсулин. Хорошо. Давай, построй нахрен эту хрень. Вот так вот, да. До встречи. А потом обратно время используем. И все у нас будет хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. Прекрасно. Ой, бутылочка наркомана. Замечательно пригодится. Давно уже пора уже вызывать папашку. Взаимодействую. А то наверх же не забраться никак, правильно? Да, там не забраться. Просто лезть спустя, и все. Копай уже, братан. Да, господи, боже мой, а. Все. Отлично. Господи, вот так. Теперь, похоже, лестница открыта. Спускайся на третий уровень. Спасибо. Спасибо. Больнить не нравится. Сейчас ты направляешься к моему мертвому сыну. Продолжайте на запад. К моему мертвому сыну? Господи. Блин, что? Прекратите опыты над животными. Бесчеловечность, животные тоже люди, мы против животности, мяу. Стэн, хорош писать херню. Вот тут зародыши всякие лежат. Ну это в лучших традициях, сами знаете кого. А именно Саус Парка. Что сделать нельзя, нет? Ля-ля-ля-ля. Так, я не хочу наступать там. Блять! Шестиклассник, ёптвы! Представляете, на мертвых четвероклассников. О, господи.
сюда, слина. Hey, Jasper, get over here, dude. Эй, Джаспер, иди сюда, чувак, тут фотки сисек есть. Ё-моё, чего? Фотки сиськи? Хочу увидеть сиськи, ё-моё, убежал. Фу, мне повезло, господи. Ой, кошки кого-то кошки жрут. Как обожаю Саус Парк. Все, больше не пройти там. А, вот тут ошибочка какая-то там. Ля-ля-ля-ля-ля. Надо, кстати, сделать, наверное, я думаю, себе расходных материалов да побольше. Корзинка с макаронами, чуть бы нет. Полезная вещь. Всех спасти, всех исцелить, картинка с макаронами, конечно. Сыворотка максимального оживления. То есть, и огромная порция такита. Очень полезная хрень. Антидот что дает? Максимальный антидот. А это... вот. Тоже надо сделать, конечно. Их 25 у меня, господи, мне хватит до жопы вообще просто. Вот этих тоже 16. Нормально. Ингредиентов немерено, класс. Сигареты я могу делать? Не, не могу. Ну и ладно. Идемте. Он там сиськи смотрит, что ли. Господи, у него жопа, 4 жопы на спине прям. О, Кейл. Ага. Так, интересно, что мы можем использовать? И как? Здесь соответствует, да. Давай-ка. Инструменты все по плечу. Yeah. Awesome. Круто. Ну, хорошо. Анальные шлюхи 9, порножурнал скотч. Замечательно. Не то, чтобы я хотел. Блять, там этот хер. Паник. Эй. Сиськи. 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 Да, лучше включить. Не надо выключать. О! Что бы это значило? Да. Это упало. Да ну как бы да, ну это не то, что надо. Ну господи, ну и хрен. Что-то для анального. Еще шестиклашка. Шестиклашка. Ага. Давай, проверим, может сработает. Здесь падение у меня нападать будет. Может и нет. Анальное безумие. Давай, попробуем. Получится. Хочу с ними встречаться, такое ощущение, что это несерьезные парни. Хотя я, думаю, могу надрать задницу всем, кому могут. Давай, вылезай. Маленький дырки, давай. Так, запускаем. Камикадзе полетел. Отлично. Вот там надо включить паник. Паник и все остальное. Обезьянки. Сички. А тут не пройти. Блять, тут не пройти. Школьники для мозга. Блять. Так, они отдали многожопых шестиклашек, значит, да? Ну, вот я думаю, что я не знаю, надо ли мне вот этого парня, потому что они все мутировавшие. Может, лучше взять какого-нибудь жесткого Клайда, блин. Ну, проверим сейчас. Проверим классическую команду. Давай. Okay, а, есть только... Так. Во-первых, вот так. Да, давай, пришел. Вот так вот, да. Пришел, дружок. Ой, как их дохера. Ой, как их прям дофига. Сейчас попробуем. Сейчас. Прям их немерено. Хотя как немерено? Кто-то сдохнет прямо сейчас. Вот и все. Мелкий. Ай, жопки. Господи, боже мой.
Держись, кроха! Бенди, держись! Бенди, держись, моя хорошая. Блять, даже помощники. Нечем. Ну, давай. Ох, ну на нахуй. Может было на защиту идти? Школа говно. Так, ну я думаю, что будет. Вот нет, я не зацеплю, блин. А вот так? Нет, подорвется этот хрен, а он взрывоопасный. А вот так? Да не зацеплю, что не зацепит. Давай, добьем тебя. Здорово, дебил. А так хорошо. Один точно сдохнет. Вау, шок получил. Что ты будешь делать? Уйдет, да, Венди? Вай-вай-вай-вай-вай. Держись, моя хорошая. Все, и правильно подвинулся. Вот, вот теперь можно будет рвануть. А он сейчас рванет и... Ай-яй-яй-яй, тошнота. Эти тоже будут взрываться, да? Ой-ой-ой-ой. И сдох. Жопа взрывается. Непонятно. Держись, Венди. Венди, ты жирный, у него 1000 вообще, ни хрена себе. Крутая. В смысле, не жирный, а в смысле, очень здоровый, крепкий. Ай, получил. Бля, хихи. Так, у него жопа не взрывается. Да. Так, ну давай, последнего. На этом все закончится. А может и потом достаточно точный. Достаточно толстый хрен. Да, очень толстый хрен. Ну, сейчас это быстро закончится, потому что у нас есть... Вообще просто бега. Ай, как плохо-то, Кенни, а? Ну, я тебя добью сейчас. Мозгом своим, конечно. Не, не взрывайся, блин, там Кенни. Все, победа, ура. Сфинктерплекс. Господи, с 4-4 задницы. Боже, мышцы гориллы, ДНК и... Да, мышцы гориллы точно не мое. Господи, я всех обвинял. Чипсы, да, или нет? А, нет, смотрит. Спаси панику. Вот что надо было сделать. А, твою мать, я дебил. Можно было это сделать. Можно же это было сделать, когда ты зашел в Т. Ну, то есть, в временной, в паузе. Включить везде сиськи. Они бы все, о, сиськи, сиськи, и все. И я бы прошел мимо их, не трогая. С другой стороны, что, провел бой, получил какую-то убийственную тенденцию, ДНК. Че себе? Анализатор с плазмы, хотел сказать, спермы, но нет. Давай, карбоним. Хорошо. Анализатор плазмы. Так, к нему не пройти, да? Я, в принципе, все сделал, и молодец. Ну, ладушки, подрался так подрался. Мог не делать этого, как вы понимаете. Мог вообще включить сиськи и пройти мимо. Опа. Господи, ну чё, слава богу, должен его остановить, её крышу снесло. Картон, придурок, хочешь, что ты делаешь? Коннор меня привёл. Коннор, человек, воздушный змей, заткнись, енот. Я буду, я избавлю город от всех, всех друзей енота. Мы борцы за свободу, по жопу. Мы знаем, что ты делаешь, Эрик, ты подмешиваешь кошачью мачу в наркоту и алкоголь. Люди с ума, мы хотим знать, зачем? Зачем, психовный кусок? Надо говорить слух. Город загнивает. Мы оба знаем лишь раз в году он принимает нормальный облик, на Рождество, поэтому я стал членом торговой палаты и воплотил в жизнь свой план. Гениальный план, да? Сделай что-нибудь быстрее. Что? Сделай с ним селфи быстрее, давай. Ну, ниже, хорошо. Ну и все. Я что-то не понимаю.
Мне почти жаль, что никто никогда не узнает. Dude, you've gone too far this time. Nobody's gonna let you be mayor. Oh no, I've got all the new kids following. У меня все подписчики новичка, теперь телевидение, теперь подписаны на меня. Господи, Eric, как ловко придумал. На первый взгляд, Рождество каждый день, это круто. Так, пошел нахер, доктор Тимоти. Если вы не возражаете, ребята, мне надо идти побеждать на выборах. Нет! Куда он улетел? Блин! А вот и центральный процессор. Проклять, зачем я прицепил его к дверце люка? Почему и нет? Боюсь, теперь кто его придется спуститься на нулевой уровень и запустить экскурсионную кабиночку. Ну ладно, быстрее. Новичок, давай валите. Нам валить надо. Давай, новичок. Хватит херней страдать. Делай давай, работай. Чем плачешь? Не переживай, Москит, мы здесь не умрем, мы выживем. Господи, боже мой. I knew I should have installed that app to control the CPU from my phone. What? Чего, блять, так устанавливать его? Я не могу. Здесь не ловит сигнал Дитмуз. Конечно, не ловит. Do you think if we called it Coon and Freedom Files, you're gonna turn that tour tram back on, right? Oh man, I don't want a bunch more asses. Вон, еще один. Блин, ничего нету. Так, сюда мы не можем дойти, правильно? А, о, что-то есть, да? А нет, нет, ничего нет. Ребят, могли бы все толпой что-нибудь сделать? Ну да ладно, придется мне опять делать одному, да? А, пап, если ты считаешь, что я тебя... Если ты считаешь, это я тебя люблю, я передам от тебя привет маме. Оу! Ё-моё, вы охренели, что ли? Ты уже думаешь, что ты умрёшь, что ли, Клайд? Не надо так думать. Ты самый, чуть ли не один из полезных... саппортист. Давай, выжигай это дерьмо. Стэн. А, красавчик, молодец. Мы это получили. У нас получилось. Так, это, я так понимаю, надо будет... Атомный костюм, атомная маска. Так. Давай, есть соответствие, понятно. Анальное безумие, поехали. Давай уже засовывай своего маленького приспешника. Ах, запускаем, парня. Прощай, маленький приспешник. Ты был хороший. Отлично. Так, блин, дайте угадаю. Тут единственный вариант, что умереть можно только вот с ним. Как в деньги улететь? Давай уже, полетели. Так, и все. У нас получилось, новичок. Ура-ура, я знаю. Класс. Все, да? Больше ничего нет. Да, ничего нет. Все. Так. Давай паркурчик. А, стоп. Подожди. Я передумал. Там ящик. А вдруг там артефакт? А вот хуй. Надо было все-таки ехать. Давай. Фу, ё-моё, что ты делал? Встретимся еще раз, чувак, да. Все, спасибо, дорогой. Так, ну что ж. Инсулинмен. Уже понятно, что надел. Давай. Капитан Инсулин. Кто сказал диабет? Я сказал, давай уже, все. Кошмар какой. Ох! Как красавчик вообще. То выполнил, мне пора. Улетел Супермен. Молодец. Вот, собственно, я и вышел. О, кажется, эти животные вот они вырвались на волю. Ну что ж. Ха-ха, Half-Life, помните, да? Кто говорил? Твою мать.
О, господи, шестиклассники. Похоже, ты нарушил шестиклассников мутантов. Ты еще и голодный. Смотри, чтобы не съели. Уж постараюсь. Так. Что с вами можно сделать? А что, если пройти и, например, что-нибудь активировать? Да, можно же там, да? Так, давайте попробуем вот так сделать. Мне просто интересно. В какой момент они меня нападать не будут? Ну, предположим. Я иду и открываю, например, этот кран. Нет, не открываю. Хорошо. Тогда делаю вот так. Не получилось. Да вернее, могло получиться, но да хрен с ним. Я их все равно сейчас уничтожу всех. Ой. В смысле, я их сделал подвижными? То есть на следующий ход они все будут типа двигаться, что ли? Ёперный театр. Ну, это меня дело. Быстро. Хочешь, чтобы все сдохли? Так, оп, вот так вот. Ёперный театр, я не люблю. Прям вот вообще не люблю. Так, быстро давай ему, прописывай. Да, здесь повезет. Блять, это очень плохо. Блин, у тебя комар пропадет у меня. Так, быстро, уходи. Давай, все, просто уходи, просто. Ну, блин, прощай, братан, я не хотел. Ой, живой? А, ну соточка, это не так страшно. Делать звукоизоляцию всем, чтобы никто не слышал криков, было совсем недешево сказать. Так, держись. Так, во-первых, давай-ка так вот сделаем. Возвраточку, да? Быстро работаем. Да похер. Вот так вот, да. Отлично. Теперь надо. Тебе свалить. А-а-а! Держись, братан, нормально. Надо их подвинуть. Второй стоит хорошо. Второй прям очень хорошо. Вот мы сейчас здесь стоим, да? Сделаем так же. Хорошо. Так. Быстро. Стой на месте. I'll take this call, guys. Вот сюда иди. Быстро вот так делай. И сейчас, блядь, должен ты успеть отойти должен. Назад. Успеешь? Блядь, еще какие-то пидоры пришли. Уходи. Отлично. Они упали, а мы нет. Фу, вот теперь давай. Вот так прийти. Блядь. Опять я хожу? Давай, хрен с ним. Ты все равно двойник. Нормально. Так. Следующий. Кто я хожу, да? Надо отойти, братан. Надо отойти и сделать вот так. Все равно останется. Ничего страшного. Отлично. Ну, хотя бы одна. Плевать. Хорошо. Почти добили. Так. Следующий. Вот сюда. Блядь. Не успеет, да, Венди отойти, видимо. Не успеет, Венди отойти. Блядь, твою мать, не успеет. Держитесь. Мощнейшая способность готова, но мы не успеем отойти, к сожалению, потому что не успеем. Надо поменять все способности на восстановление. Еще больше. Сейчас Венди сделает все, что надо. Давай. Отойди вот так вот и сделай. А, досталось. Немножко, но не страшно. Да не Мистерион-то нафиг-то, ёперный театр! Давай-ка подтягиваю сюда вот так. Подтягивай эту дрянь ко мне.
Хорошо. Отлично. Не так-то, ё-моё, ну какого хрена ты здесь? Ёп, да, не то все сделал, а? Ой, не то сделал все, я сделал все. Не то, не то, не то, не то. Давай, зажаривай. Так страшно, конечно. Все, давай. Время истекло. Ах, пока, двойник. Еще увидимся. Успеешь? А, остался последний. Да, держитесь, ребят. Блять, забыл сделать суперспособность. Уходи, 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 уходи. Давай, прописывай. Да стой на месте, да, все, просто стой на месте. Блять, не успеем все равно. Оба улетели. Ну, пока держимся. А, держись. Блять. А, все, давай. Вызывай это дело, все. Давай. Кого бить-то, ё-моё? Давай её бить. Вот, все, вот его дай. Пофиг уже, все. Вызывай суперспособность. Пускай все посмотрят, что происходит в лаборатории. По идее, победили. Надеюсь, больше никто не победит. Все, победа. Под этими дебилами. А, раздвоенное наследие, 100, ну тут уже будет, больше не будет. ДНК, гормоны ярости, генорищик и 8 баксов, 8,5. Все, ну это победа. Я надеялся, что мне получится как-то по-хитрому, опа, например, мимо пройти. Хотя можно было, наверное, мимо пройти, или нет. Нет, видимо, нет. Пойдем. Ох, вас пришел унижка. Это ты, что ли? Ой, подожди, это наш батя, ёмперный театр. Что он тут делает? Подождите. Хотите сказать, что это мой отец? А там моя... О, господи, что с моей мамой? Порезанная вся мама-то. То, что там прям вся, что ли? А, вытаскивать папу с мамой-то. Кнопочка. Так, этим можно взаимодействовать, я так понял, да? Нет? Или нет? Или можно, или нет? Нельзя. Ладушки. В ожидании образца органической ткани. Берем в жопу. Тактический гений, ДНК. Давайте посмотрим, что мне тут добавился дофигичный ДНКшек. У меня гнев урода. Гнев горилла, понятное дело, нет. Нет. Гормоны ярости, ну нет. Тактический гений. О-о-о-о. Плюс 50, еще больше входит. Конечно, тактический гений, ребят, вы что, естественно. А, стойте, еще 3 артефакта новеньких, да? Ну, сейчас глянем. Промах критическим ударом наносит... Нет, это не то все. 95 жопы. Так, посмотрим, что нам дадут жопы. Ничего не дадут. Здесь 105, здесь 100. Анализатор плазмы. Ничего интересного. Костюмы сейчас не до костюмов, друзья мои. Не до костюмов. Говорим с мамой. Господи, шестиклассики появились из ниоткуда. У меня нога, ноги сломаны. Золото, мама не может ходить. Пойди в город, приди помощь. Ложечка, послушай, не хотели отрезать голову папе. Чтобы получить его ДНК. Прости, моя радость, но тебе нужно закончить начатое. Единственный способ выйти отсюда, это убить папу. Твою мать. Господи, я сейчас слышал, что с тобой... Так, что с тобой, мать твою? Я говорил нашим ребенком без своих нотаций, блядь. О, опять ты у нас жертва, да? Ты цепляешься за каждому мою слову, блядь. Господи, он мистер безупречный. Давай в золото, отрежь папе голову, пожалуйста. Быстрее, давай, быстрее. Отрежь папе голову? Ты охренела, мама, ты чё вообще? О,
господи. Бать, давай с тобой поговорим сначала, нет? А ты не хочешь с сыном поговорить, бать? Вот что она тебе сказала? Она сказала тебе, что ты не ее война, ну как обычно, да? Я знал, что так и будет, поэтому я сказал твоей мамочке держать свой сраный рот на замке, блядь. Пошел нахуй! Я говорил тебе, что если они узнают о способностях нашего ребенка, то попытаются получить нашу ДНК, чтобы создать генетического клона. Не говорил, сука! Послушай, центральный процессор готов к обработке. Одно из наших ДНК. Просто придумай что-нибудь, чтобы убедить маму подойти к нему. Не заставляй нашего ребенка выбирать между нами, это несправедливо. Я застрял в этой трубчатой хуйне! У меня ноги сломаны и рука в соплях держится. Если я начну шевелиться, то я умру от потери крови. Ты слышишь? Возьми мамину руку, это должно сработать. Ёб твою мать, ребята, вы что творите? Добыть ДНК одного из своих родителей. Слушай, либо убить маму, либо взять руку, либо убить папу, либо... либо взять руку мамы. Ё-моё, да они как бы оба молодцы, блядь. Мать алкоголичка, батя наркоман. Может, обоих взять, в смысле, грохнуть? Я-то не знаю, дайте... Кошмар какой-то. Сейчас мы вот на четверочке сохраним специально. Кошмар, блядь. Давайте взаимодействуем здесь, например. О, господи, не-не-не, деточка, я тебе кнопочку управлять лазером. Стоп, ты убьешь папочку. Блядь, пожалуйста, твоя мама запудрила тебе мозги, вся проблема... Вся проблема в ней, убей ее, я всегда тебя любил. Ты последний шанс, нажимай последний раз. Нажимай последнюю кнопочку, пожалуйста, нажимай. Дорогой, не надо отрезать папе голову. Я знаю, у тебя это сложно. Это правильно, правильно, стали солнце. А, блядь, ты что делаешь? Господи, пожалуйста, не надо, я уже так потерял много крови. А, блядь! Если ты берешь мук, я умру. Пожалуйста, не убивай мамочку, раз твоя мамочка не убит тебя. Твою мать, кого? Кого грохнуть-то? Убить маму или папу? Ё-моё, а? Кошмар, какой серьезный выбор. Давайте так сделаем. Я сейчас все-таки, да, конечно, многожопие доктора Мефисто. Какой-то выбор, многовыбор, блин, многожопие доктора Мефисто. Ну, так сказать, как у меня семья есть, а есть сын. Есть жена. Если бы я делал выбор, то я бы сделал так. Хотя красиво было бы убить папу. Так, ладно, ладно, погоди, погоди. Ты про лекарство, которое я подсыпаю в твою еду. Мы сделали только для того, чтобы защитить тебя. Твой папа знал, что у него есть побочный эффект. Да, но... иди спроси у папу про побочные эффекты. Так, ладненько. Ну... папа, ты будешь базарить? Слышь? Ой, стой, стой, пока ты это не сделал, пока ты это... не сделал, иди спроси маму, что она подсыпает тебе в еду. Поверь мне, просто иди спроси ее, тебе обязательно это нужно знать. Так я и так уже все, ну хорош. Я уже все уже сказал, давай. Взять уже, точно взять, да? Твою мать. И все, и отрезать башку папе. Давай, как оторвел маме руку. О, господи, не-не-не, солнце, пожалуйста, мы не говорили. Давай, блядь! Солнце, сука! Солнце, ты меня убиваешь, мам. Ты убиваешь мамочку. Господи, как больно, блядь! Сука, Солнце Парк, что ты делаешь, твою мать? Господи, боже мой! Блядь. И папа, да. Папочка тобой гордится, девочка. Папочка тоже должен умереть, твою мать. Чего папочка не убила? Да-да, умерла. Слушайте, а если... было правильное решение, иди. А что если папу, например? ДНК. Хрена себе. Органический ДНК принят. А я могу папу убить? Нет? Не могу. Ладненько. Ну что ж. А теперь давайте сохранимся. Загрузимся и убьем папу нахуй.
загрузимся, убьем папу. Это надо сделать. Я не знаю, какой смысл. Ну, наверное, по идее, надо кого-то надо грохнуть. Да не важно, они оба там козлы. Оба родители козлы, давай. Пошел. Погоди, погоди, как ты это не сделал? Ты должен спросить маму там. Там короче, она, никто ничего мне не сказал, блин, ё-моё. Все, мать, давай. Что ты делаешь, господи, кто тебя подбил? Ты тупая стерва, злая ведьма, сука, ведьма, блядь, боже, нет, господи, нет. А, блядь. Ты сделал правильное решение. Кошмар какой вообще. Какой кошмар. Мамочка, но гордится, да? Поцелуй папу последний раз. Мама. Хе-хе. Блять, а потом дети психи рождаются вот такие, да? Поцелуй. Поцелуй! Поцелуй, сука тупая! Папочка, я люблю тебя. Ему любимой папочка. Образец органической ДНК принят. Мамочка. Мамочка, пойдем со мной, да? Я тебя потяну за руку, и мы пойдем с тобой. Мамочка. Так, понятно. Ну, в любом случае, она сдохнет тоже, к сожалению, я думаю. Или не сдохнет. Лучше бы сдохла, я. А, хрен с ним, убили папу. Здорово, братан. Так, огромная порция таки, да, оно у меня есть. Все у меня есть. Видимо, сейчас предстоит серьезная байчела, да? Ну, я понял, да. Так. Серьезно, что ли? Господи, блядь, вытащи меня отсюда. Это вот и есть тот самый шестиклассник. Эй, ты тупой мелкий ублюдок, вытащи меня отсюда. Заплати 25 центов, не заплати. Да, заплатим, чё. Господи, ты чё делаешь, ёб твою мать? У меня ещё одна жопа, блядь, чувак. Ааа, блядь. А, чувак, не надо мне так много жоп. На меня тёлки вестись не будут. Тебе так вестись не будут они, братан. Ой. Ещё одна. Нет, только не на голову, твою мать. А. Вот и все. Не жалко, да, не жалко было потрачено пару-тройку долларов на это дело. Пока, братан. Ё-моё. А вот и ребята. Это было несложно, правда? Почему так долго, новичок? Ты чё, дурака валял, что ли? Ладно, борцы за свободу, нам нужно добраться до города и сказать всем, что задумал Картман. Я так не думаю, парни. Вы прошли этот долгий путь для того, чтобы умереть. Енот и его друзья. Борцы свободы, енот и его друзья. Борцы свободы. Енот и его друзья. Енот и его друзья. Аккуратнее, парни, у него есть супероружие. Все кончено, толстожопа, мы про тебя все расскажем. Да, ты все слышал. Конор, сраный извращенец. Заткнись, енот. Мы нужны друг другу, ты не понимаешь? Я планирую последнее, ты совершаешь его. Я отлично подхожу для нашей франшизы. Мать твоя. I had no choice but to have my own new kid built. What have you done, Eric? Simple. How do you stop a coon friend? By creating a massive, genetically altered coon friend. Гигантский генетически модифицированного друга енота. Блядь, чувак, мать твою, это полная херня. He's gonna fight a superhero by creating a big genetic mutant from the hero's DNA. That's like every douchebag superhero movie ever. Yeah, because it's key. It's not key. No, it's cool because it's like the ultimate enemy. Oh, give me a break. Well, anyways, I wasn't able to finish getting the new kid's DNA. So I had to resort to cloning a different superhero. Which superhero? Другого супергероя, Гатлса? Блять. Только не... Что? Какого? Ой, твою мать. I'm big.
твою мать, двоюродный брат. Двоюродный брат. Господи. Посмотри на меня, братишка Кайл. Я ужасный генетический мутант. Бля, ничего страшного, Коза, мы тебе поможем. Не получится, я думаю, что клеточная рестарализация затронула мой мозг, и я должен нападать на всех вас. Иначе у меня будет мигрень. Готовьтесь, тряпки, тряпки. Так, а я так выживу вот? Мне кажется, вот вместо этого мне нужен лечитель. Воздушный змей, например, да. Девушка по вызову, хорошая тёлка, да. И мне надо поменять способности. В данном случае оживление, там все такое. Обязательно нужно. Ой. Элементаль у меня есть. И киборг у меня есть. У меня все суперспособности есть. Господи, класс-то какой. Я не знал. Так, это херня. Это тоже херня. Вот это тоже херня. Элементаль бьет электричеством. Неплохо. Киборг. Медиум киллер. Нападает на любого. Смертельный нырок. Самолетик. Ой, каратист. Каратист прям вот всех жрет. Ну, у меня не прокачано мужество. Я попробую лучше то, что прокачано, вот, например, на его элементале. Вот эту штуку. Наверняка там будут друзья. Попробуем, чё, попробуем. Хотя сейчас такой бой, где надо лечение все-таки делать, наверное. Я думаю. Вот это. Мать природа, помоги. Вот это, да. Да. Ё-моё, у меня есть все. Ну что, это скоро конец игры, я так понимаю. Так, просто будь в порядке. Простите, а у меня тут момент ярость, мне что-нибудь делать. А, подождите, подождите, остановитесь. Проблема, доктор? Ну, ладно. Я просто хочу посмотреть, как генетически измененный супергерой делает кетчуп из своих врагов. Представьте, что меня здесь нет, как бы, и все. Фух, приятель. Ну, типа пропустил ход, а я хожу. Я его не попадаю, что ли? Я не понимаю, что сколько я ему снимаю там. 166. А если вот так? 281. Неплохо. То есть я могу даже все навыки в другие совершенно. У меня все классы есть, блин, ё-моё. Так, ну что ж. Огромный урон, но что ты получишь? Кровотечение немножко получил, братан. Так что давай-ка. Пока. А там посмотрим. Ать! 9500. Ни хрена себе у него здоровье. Да, вот теперь я хожу. Бластером. Даже отойду немножко. Даже вот отойду. Все равно попаду. Давай! 340. Я об этом не просил. Говорит она. Ты чисто вызываешь, да? Помнишь, да? О, нет, не получится так. Далеко не надо уходить. А вот тут получится. 260... 246. Плюс ты уставший будешь. Смотри сюда. Сейчас выложим твои фотки в Инстаграм. О, блядь, я вас умоляю. Всего лишь капля в море. Ну, не скажи, братан. Кому-то сделаем больно. Не, 526. Вот это не капля в море. 600. Охрененно. Так, ну и... Подтащим? Подтащим. 234, а вот так, если... Так ты не достанешь. Давай. Господи. Слушай, царапина. Она чешется, как аллергия. Воу-воу-воу-воу-воу! Господи, что это такое? Could someone please climb my fold and staunch this blood flow? 250. 421. Конечно, 421, чувак, это же тайду. Watch out for that toe. I actually have a blister that popped on it. Как-то это супер просто, друзья мои. А если выбрать себе кого-нибудь на помощь? Давайте хоть выберем этого. На помощь позовем.
это сделают у нас, например. Как ты? А чё так мало-то? Так, ты отойдешь вот сюда, например, да, и позовешь на помощь. А, вот так можешь пробить, кстати. Да. Ты пробьешь. Упадок сил. Хорошо. Венди. Блин. Блин, ты тут херк ходит, ё-моё, теперь. Я не трогай. Ёп, твою мать, надо было. О, по соточке зима, это все равно. А, кровь, кошнота, кровь из носа идет у него. Господи, боже мой, а. Так, ладушки. 369. А потом он снова ходит, да? Ну тогда давайте вызовем на помощь, например. Один раз за бой, да? На траве обдолбанного Джерарда на врагов для нанесения максимального урона. Да, я согласен. Джерард! Обдолбанный Джерард, пожалуйста. За Вальгалу! Это охеренно. Сбросить бомбы. Нормально. И она блеванула так недушно. Еще. Держись, братан, держись. Нормально, нормально. Мощнейшие способности. Как раз вот у того. После тайм-аут, мне грязь на очко попала. На очки. Мы на все не справимся. Почему не справиться? Мы справимся. Надо подождать, пока станет светло. Его кожа очень боится солнца. Как она продержится так долго? Я не знаю. Надо попробовать. Я протер очки. Давайте. Блин, можно это... День солнца и все. Все. Вот так вот. Господи, ты что, порой перевернул так же. Я уже все в порядке, все. Кремом мажется он, тварь. Так, будем ли мы бить? О, нормально. Ну, хотя надо было, конечно, вот использовать способность нам восстановить. Так вот, ожог. Хорошо. Что ж такие ужасные вещи? Все. Давай. Ну. Давай, раздавай ему. Окей, я все, я в норме. Я почти в норме. Все. Опять? Давай-ка мы еще попробуем кое-что. Один раз за бой. У нас же есть... один раз за бой. Приди. Во! Да. Вызовем-ка мы нашу классисику. О, господи, блядь. О, нет. Да сейчас, блин. А, Дарка приехал. Да, сучка, тебе конец. А и уехала просто, блядь. Он кто-то сейчас сдохнет. Ну, сейчас будет суперспособность, я думаю, какая-нибудь классная, нет? Не надо ходить, блядь, не добивай, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Держитесь, ребята, господи. Ему осталось чуть-чуть совсем. По большому-то счету. Ай! 35. Надо было суперспособность. Скажи, подожди, сейчас восстановил меня. Ну что за баги-то, блядь? Опять. Давай, дерьмо из прошлого. Давай, стреляй. Ой, как мало. Ой, как мало. 40. Надо было выиграть. Время стекло. Пропал наш чувак. Все. Ребят, плохо. Хорош ходить-то, блин. Каждый раз ходит. Всем плохо, блин. Держись, кузен. Ёп, твою мать. Я сейчас добьёт кого-нибудь. Да? Не добил. Ай, тошнота. Господи. Да хорош ходить уже. Дай походить людям-то, блядь. Новичок, давай уже, не знаю, вызови там вот, пацанов. Вот. Ну, 500 осталось. Вот, их вызывай, конечно, ты без карате. Давайте расстрелять этого козла, блядь.
Гранату киньте. Все, ну 520 мало, конечно. Круто, но мало. Остался, ну, только сходить один раз. Вон, не знаю. Ай, все, все, готов. И братан тоже готов. Я надеюсь, было совсем весело. Так, вернись обратно. Кенни, 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 вернись. Кенни вернулся в виде духа. Это круто, кстати, Кенни дух. Ни хрена себе. Давай-ка, блядь. Аккуратней. Блять, еще и она умрет. Только наш братан держится. Все, сейчас я могу вызвать там всех, воскресить там и так далее. Давай-ка, все. Зачем только это делать? Ой, что-то мне жарко, блять. Так, ладушки. Все, добьем козла. Все, отлично, чувак. Так держать, все, ты сдохнешь? Мощнейшая способность. Все, он ушел. Он ушел. Давай, последний раз, меняй время. Давай, Г, меняй, ВФ, ФФ, там все, меняй, ФФ, там все, Г, ФФ, ФФ. Эх, господи, хорош ты, блядь, вот эту хуйню страдать-то, блядь. Удерживай. Пиздец, вообще какой-то. Победа, блядь. Господи, разумная опухоль и валюта. Кошмар. Ой, я, кажется, потянул мышцу. Я не могу больше играть. Я не буду больше играть. Ой. Новичок, ты в порядке? Твой последний пук, наверное, убил его. Это было нечто, чувак. Никогда не слышал такого пердежа. Я надеюсь, вам понравился эта экскурсия, возможно, теперь вы подослушаете оценить возможности генной инженерии. Теперь вы можете идти прямо через магазин подарков. Магазин подарков? Можете походить в магазин, пока еще не ушли гулять. Хотите купить футболку с надписью «Я выжил среди мутантов» или просто фото с экскурсии? Да, фото с экскурсии. Купите что-нибудь на память. Пойдем нахуй отсюда. Пойдем, блядь, какая-то хуйня. Ладно, надо рассказать обо всем про Карпмен. Кому? Я знаю, кому сейчас. Вот дерьмо, блядь. О, нет. Что такое, Мистерион? Чувак, новичок так пернул, что мы перенеслись во времени. Чего? Почему не надо отсутствовать телефонов? Мы обогнали время на целый... Отлично, на неделю вперед. Проклятие, он нас подставил. Молодец, новичок. Сегодня Карпмен принимает присягу мэра. Во всем виноват ты, новичок. Борцы за свободу, надо его остановить. Да ладно, что я виноват-то, господи. Почему-то я виноват. Крена себе. Да, друзья мои. Борцы свободы, это Мистерион. Я сейчас у мэрии, нам надо это видеть. Быстрее сюда. Ну да. Ну что ж, друзья, давайте на этом закончим эту безумную серию. Блять, безумно страшную серию, прям Resident Evil. Кошмар. Четырехзадые битвы, блин, с шестиклассниками. Безумный двоюродный брат, жиртресный. Кошмар. Убийство папы и мамы. Это вообще кошмар. Ай, ужас какой-то. Все, закончим на этом. Продолжим в следующей серии. А на этом все, да, все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Там все новости, все. Комментируйте и любите эту игру. А с вами был Доктор Труф. Пока-пока. До следующих встреч. Пока.